Сейчас мы открываем книга Матфея, глава 14, стих 6. Это король Герод. Он отмечал его день рождения здесь. Он отмечал его день рождения. И он идумитский человек, он римский человек. Римский человек. Сегодня белые люди. Он белый человек. Он белый человек. Книга Матфея, глава 14, стих 6. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду. Еще раз. Во время же празднования дня рождения Ирода, день рождения Ирода, день рождения Ирода. Ирода, он идумический человек, он римский человек, он белый человек. День рождения – это белые люди культуры. Это белые люди культуры, это китайские культуры, это арабские культуры, это, как сказать, африканские, оригинальные африканские люди культуры. Знаю, мы черные африканские люди, тоже черные. Но это не значит, что мы одинаковые люди. Мы не одинаковые люди. Это Ирод здесь. Дальше. Книга Бития, глава 40. Это Феров. Книга Бития, глава 40, стих 20. На третий день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих, и вспомнил о главном виночерпии. Книга Бития, глава 40, стих 20. Это фараонов или фару день рождения. Фару, он Израиль или нет? Нет, он Израиль. Он египетский король. Он египетский король. Бития, глава 40, стих 20. На третий день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпе и главном хлебодарье среди слуг своих. Еще раз. На третий день рождения фараонова. Фараон, он не Израиль. В Библии вы можете читать о день рождения, но эти все день рождения не Израиля пророков или наши люди праздник. Никогда вы можете читать, что наши предников или пророков отмечали это день рождения. Мы будем читать, что они сказали об этом день. Дальше. Сейчас мы будем читать 2 Маковеев, глава 6. Стих 1 и стих 6. Стих 1 и стих 6. Книга 2 Маковеев, глава 6, стих 1. Вскоре после этого царь послал в Афины старика, чтобы заставить евреев отпустить от законов своих отцов и жить по законам Божьим. Это как греческие люди, они забрали наши предников, наши люди в рабство. Они забрали наши люди в рабство. И ей король сказал, что они не должны быть как евреев люди. Они не должны жить как еврейские люди и соблюдать их отцов или наш Бог законов. Это что они сделали, наши люди, тоже в римский рабство, британский рабство, американский рабство, русский рабство, европейский рабство, арабский рабство. Они забрали все наши культуры и бросили эти все. Они сказали наши люди, надо жить как европейские люди, американские люди, арабские люди.
как сказать, русские люди, украинские люди, вы не можете делать ваши люди или ваши Бог законы. Не надо соблюдать эти все законы. Еще раз. 2 Маковеев, глава 6, стих 1. Вскоре после этого царь послал в Афины старика, чтобы заставить евреев отпустить от законов своих отцов и не жить по законам Божьим. Не жить по законам Божьим. Также не было закона, чтобы человек соблюдал субботние дни или древние посты, или древние пости, или вообще заявлял о себе как евреи. Как евреи. Мы не можем жить как евреи люди. Мы никогда не могли жить как еврейские или израильские люди. Это закон от греческий король. Тогда в греческий рабство. Если король или короли видит наши люди жить как еврейские люди или соблюдают наши Бог закону, они будут убить тебя. Еще раз, они тогда будут убить тебя. Потому что это против их закон тогда жить как еврейские или израильские люди. Еще раз. Также не было закона, чтобы человек соблюдал субботние, субботние это наш шаббат, наш шаббат. Соблюдал субботние дни или древние посты, или вообще заявлял о себе как еврей. Как еврей. Это мерзость тогда жить как еврейческие люди для им, для остальных людей. Они изменили наши все традиции, или все наши традиции, или культуры, или законы. Поэтому мы сегодня мы делаем, что они делают. В церкви. Наши, как сказать, наш язык, наши одежды, все как их. Но у нас был наши культура или традиционные одежды. Сегодня не надо спать. Надо открывать все наши глаза. Надо открывать все наши глаза. Надо открывать это сегодня. День рождения – это не наша культура. Наш Бог не любит это день рождения. День рождения – это сатанья культура. Мы об этом только читал в истории. Дальше. Мы открываем сейчас книга в Ветхого Завета. В Ветхого Завета. Книга пророк Йова. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road. Purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.